Всем привет, дорогие мои друзья, кружу вам настроение, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенда. Так, что нам здесь достается? Деньги, и я вижу какая-то карточка. Саблезуб, такой еще не было у меня. Так, а здесь нам попадается что? Понятно, понятно, пицца ясно. Это было и карай, карточка на карай, хорошо. Ну что, ребят, наверное, мы с вами сегодня будем проходить опять же сюжетку. Так, здесь у нас, о, мутаген забрали. У нас почти 2000 мутагена, это хорошо, но мало. Так, кого мы можем с вами улучшить? А я не вижу, чтобы у нас было улучшение. А, нейтрализатора можем. И карай, давайте лучше карай, потому что она у нас все-таки масухой бьет. Так, первый. И что нам нужно? О, как много всякого нужно хлама для этого, чтобы прокачать ей сюрикены. Так, ладушки, давайте тогда еще разок. Нормуль. Так, теперь только стоит посмотреть, хватает нам или нет. Здесь все. Так, еще нужно люк. Ну, давайте попробуем сейчас его добыть. Так, люк есть. Ну, давайте еще одну попыточку на всякий случай. Так, два люка, замечательно. Все, теперь я думаю, что можно ей прокачать сюрикены. 250 мутагена. Я думаю, оно того стоит. Так, ступень вторую получаем. Ух ты, ё-моё. Так, а здесь, в принципе, можно и меч ей прокачать. Нам нужна веревка. Так, ну веревку, я думаю, мы сейчас быстренько с вами получим. Ага, веревка есть. Все, отлично. Что нам еще нужно? 4 комикса. Оу. Понятно. Значит, мы пока с этим делом пролетаем. Ну кто, все что ли? Давайте забираем тогда ревард здесь с вами по-быстренькому. Так, отлично. Замечательно. Великолепно. По-моему, все, что можно было забрать бесплатно, мы с вами забрали. Так, у нас паукус. Нет, это сейчас нам не нужно. Нам нужно идти на сюжетную линию. У нас глава третья с вами. Да, и будем ее проходить на уровне сложности нормальный, потому что нам сложный пока не дают. А почему не дают? Потому что здесь не пройдено, видимо, еще на нормальном уровне. Ладно, не будем расстраиваться, будем проходить. Так, первая волна у нас здесь пошла. И кто у нас тут? Ну, в принципе, как обычно, лашпены, ниндзяфуты и крысеныш механический. Так. Это, как говорится, для разминочки мы просто сделали. Я, кстати, ребята, думаю, что, может быть, пока мы с вами будем проходить сюжетную линию, это все дело на ускорении проходить, а? Чтобы как можно быстрее нам ее пройти, набрать карточек, конечно же, их потом усилить, и выступать уже на аренах и в испытаниях. Если что, пишите мне в комментариях. Очень будет приятно почитать ваше мнение. Так, начинаем. Ну что ты сопротивляешься, салага, а? Вот так вот отдохни маленько. Всех этих недомерков мы с вами быстренько пройдем сейчас. Так, понятно. Кия! Готов, ниндзюцу. Ну что ж, давай, Крис. Отлично, с удара накатил. Макмен просто давит как клопа. Отлично. Так, далее что у нас здесь по прогнозу дня? Оу, ты смотри-ка. И Сейвер, и... Крис тут у нас. Ладно, давайте начнем, наверное, вот с этих вот. Ну-ка, бомби. Нормально. Так, кого, кого? Блин, ну давайте его. Тыкс, довольно неплохо. Так, добьем? Должны добить. Да. Так, и остается у нас, ребята, только лишь Крис. Ну, мне почему-то кажется, что он здесь ничего не успеет сделать. Максимум, что сможет успеть поцеловать себе мускулы. И все. Ты смотри-ка, опа. Ты и ту промазал. Ядрить его на корень, а? Ну, за это он поплатится, конечно. Все, ах ты гад. Ну давай, Крис на Криса. Бум. Отличненько все. Так, 3 звезды, 3 сюрикена. И мы с вами продолжаем. Лео, подожди, я хочу кое-что сказать. Думаю, крэнги захватили власть над кланом Фуд. Значит, все время, что за нами следил клан Фуд, ты знала, что они что-то затевают. Замечательно, молодец, Лео. Умеешь ты себе выбирать спутников. А что я должна была сделать, Лео? Шреддер странно ведет себя, я волнуюсь. Думаю, ты не стал бы мне помогать.
Конечно, не стал бы. Не знаю, как бы я поступил, но почему я должен доверять тебе, если ты мне не доверяешь? Вот такой, в общем, у нас произошел диалог. Так, ребята, скоро мы еще с вами получим уровень. Это будет у нас 17-й. Так, и у нас эпизод 5-й, да? Блин, я хочу сразу на сложный перейти, но почему-то не могу. Так, а их тут всего 10. Ладно, давайте продолжим. Тут у нас кто? Стокман будет боссом, я так понимаю. Так, давайте 6 спицы тратим. Спицы у нас пока все нормуль, нам этого хватит. Каково состояние проекта, известного как проект Легенда? Это кто такая? Ну, у нас возникли неожиданные сложности. Для сыворотки требуется генетическое разнообразие. Из-за ДНК крысы-мутанта появились нежелательные эффекты. Мы понимаем. Забежавшими пленными отправятся к Ренге. Мне интересно, откуда взялась у нас эта мадам? И что ей вообще нужно? Так, ладно, ребят, давайте продолжать. Так, неплохо сюрикенчики прошуршали. Так, сейчас будем всех разбивать, допинывать, уничтожать. Так, Мэкман держится, молодец. Кия, отлично. Так, этого добиваем. Мелкие кренги-сосунки. Тю, и мимо, косорылый. На-ка, получи. Отрыжкой. Замечательно, и этого, наверное, добиваем, да? Нормуль. Так, вторая волна у нас пошла. И здесь у нас роботы и опять же мелкие кренги. В принципе, все это шелуха. Пока никакого особого сопротивления я не вижу, ребята. Здесь даже можно было бы, если честно, на автобой сыграть. Все было бы намного быстрее. Мало того, что автобой, да еще плюс двойная скорость. Просто быстренько бы пробежали бы, а уже переключились бы на бой. Или на боссе, например, да? Или где мы уже почувствуем, что действительно сложно начинается. Так, кренги падают у нас один за другим. Валяйся, ах ты черт, не добили. Но Крис добивает, нормуль. Так, и у нас здесь, ага, сам Стакман. Ладно, сейчас мы и до него доберемся. Вначале прислугу всю будем валить. Давайте, наверное, давить. Отлично, топтун. Удар топтун у нас был. Получи-ка сюрикенами. Нет, это, ребят, не сюрикены, это какие-то звездочки, да, были. Так, добиваем этого хламона. Сейчас вот этих вот. И потом уже самого этого, Стакманы, будем бить. Опа, раздавились удары. Ну что? Блин, а когда он здесь, интересно, будет в роли мухи или нет? Не, ну по идее должен быть. Так, давайте его добивать уже. Надоело мне, если честно. Так, дави его, Макмен. Опа, Малори. А вот откуда Макмен взялся, вот тоже интересно, да? Как это болотная жижа или мертвец какой-то. Хрен знает, кто он вообще такой. Так, ну ладно, мы с вами прошли. И у нас эпизод 6 начинается, ребята. Так, 6 пиццы всего нужно потратить. Сосунки, 11 и 13 уровень. Мы превосходим их практически на 3-4. Ох ты! Бакстер Стокман, я приказал тебе создать армию ультрамутантов, а не играть с кренгами в безумного ученого. Прошу вас, мастер, мне просто нужно чуть больше времени. Все почти готово. Довольно, я ненавижу бездействие. Пожалуй, тебя нужно немного мотивировать. Нет, умоляю, прошу, только не это. Вот, ребята, вот после этого он стопудово его должен превратить в муху. Так, что у нас тут за хламоны? Опять кибернетики. Ладно. Давайте с ними завязывать по-быренькому, да? Так, ребят, вы, если что, мне напишите в комментариях. Может быть, действительно, вот эти вот сюжетку проходить на автобое, как говорится, по-быстренькому, чтобы не томить ни вас, ни себя. Или же наоборот. Пишите в комментариях, что проходить надо именно вот так вот. Вам будет интересно. Тогда мы будем проходить как обычные, без всяких ускорений. Так, замечательно. Тюнь, готов, кибернетик. Так, вторая волна у нас, ребята, и кто здесь? Опять эти олухи, сосунки, мне даже слов на них нету. Давайте-ка их по-быренькому разберем. Так, крэнк один готов. Крис, ну что ж ты так, а? Лоханулся-то, не мог добить. Причем он 11 уровня, а ты у меня 16. Офигеть, ну-ка, Мэкмен.
Ну, Мэг, он-то понятно, он давит. Сам по себе-то он здоровый такой, мощный чувак. Ага, последнего. Ну, давай. Лео, бомби. Эх, чуть-чуть не добомбил. Ну, Крис делает. И у нас, ребята, последняя волна, да? И здесь у нас будет босс. Ага, вот она, эта тёлочка, кстати, которая тут командует, видите ли. Сейчас она у нас докомандуется. Слушайте, я надеюсь, я ее смогу победить. Хотя почему? Нет, 13 уровень у нее всего-то лишь. Так, давайте-ка мы с этими ребятами покончим по-быренькому. Что она делает? Ага. Я так понял, она какие-то сюрикены бросает. Ну, дамаг у нее не очень большой, так что, в принципе, терпимо все. Ну, что ты там кричишь, крикун? А, под хил ты делаешь. Хорошо. Готовченко. Так, пора с этим тоже завязывать. Слушайте, может быть, давайте вот так сделаем. Опа. У, да она еще и ватная, ребят. Все, мы ее сейчас быстренько разбираем. По ней буквально еще удар. Ну, Мэком, дави ее. Топтун и все нормуль. Добиваем, как говорится, последних дроидов. Черт, не хватило силенок ей добить. Ну, в принципе, да, успокойся со своей бомбой, уже тут достал, а. На, хопа, каратист. Крис-каратист у нас, вот так вот. Ну что же, вот она и пройдена эта волна, ребята, у нас. Очередная победа за нами, причем чистая победа. Посмотрите на оборудование и что Крэнги собирается при помощи этого делать. Экспериментировать. Экспериментировать над чем? Ребята, помогите мне открыть камеры. Я думаю, Крэнги ставили эксперименты на мутантах. Ха, мы типа в лабораторию прибыли, да? Данные Крэнгов мы получили. Отлично. Так, ребята, у нас с вами 7-й эпизод корячится. Да, не могу я все еще перейти в сложный. Но тут буквально осталось 3 уровня у нас. Так, и у нас тут будет Паукус. Ладно, давайте, наверное, разберемся с Паукусом, да? 3 уровня это по-быренькому пройдем. В конце у нас будет Шреддер, я так понимаю. Родственники? О нет, не буду разговаривать. Я не просто так сменил почтовый адрес. Не нужны мне письма от родных. Родственники? Кажется, Паукус пострадал от того же яда, что и Пульвизатор. Пора паучку вернуться в семью. Хм. Интересно. Что это за газ такой? А-а-а. Понятно, ребята. Ах, вот оно что. Видимо, вот эти вот грибочки тут во всем виноваты. Ладно, будем их сейчас дубасить. Почем зря. Так, давай, сюрикены. Хопа. Ух, буквально кажем по удару. И все, они будут готовы. Ну, конечно, им перед смертью нужно будет всем повыделываться еще. Все, теперь наша очередь. Одного за другим просто сейчас будем разбивать. Так, давай, Мэкман, дави. Отлично. И расстреливаем. Идем с вами дальше. Вторая волна у нас, и здесь 2 крысы, 2 грибочка. В принципе, ерунда. Никакого сопротивления мы даже и не увидим. Да что ты тут прилетел, мухомор поганый? Ага, конечно. Добиваем. Отлично. Так, дальше Крис вступает. Так, ага. Атакует гадина все-таки. Ладно. Терпим, терпим, ребята. Мы терпеливый народ. Нас просто так не пробить. Ну все, вот крысята и попались. Ну что такое, а? Ты смотри, постепенно урон повесила, гадина. Ну, добьешь, Лео? Нет, наверное, не получится. Да, не хватает чуть-чуть буквально, ребят. Оп-оп, готово. Так, и заключительная волна у нас здесь Паукус. Ага, в окружении грибов. Ну вот, в принципе, грибы эти его и одурманили. Так давайте, наверное, раздавишь, нет? Ай-яй-яй, не хватает тебе чуть-чуть. Надо раскачивать, раскачивать, ребята, нам персонажи. Нужны нам новые удары, обязательно. Потому что дальше мы так не уйдем на ничтожных вот этих вот липовых ударах своих начальных. Опа, паук получил, правда, слабо, но тем не менее. Что ты там? Плевок сделал сильный. Угу, давайте подхилимся. Опа. Да, подхил, конечно, у Лео... Я бы сказал, вообще никакой. Несмотря на то, что мы его с вами, ребята, развивали. Я надеюсь, здесь будет какой-нибудь у нас персонаж, который довольно хорошо будет хилить. Причем всю компанию сразу. А не, поодиночке. Ну-ка, дави. Оп, молодец, раздавил. Так, сюрикены.
Ну, буквально по ударчику, ребята, этим грибочком осталось. И у нас еще будет с вами два эпизода. Два эпизода. Мы, в принципе, их, наверное, пройдем и будем на этом завершать. Я думаю, так. Победа чистая, причем. Отличненько все. Блин, еще немножко, ребята, и у нас уровень. Так, отличненько. И у нас эпизод 8. А что это у нас за хрен такой? Одна нога там, другая здесь. Хе-хе. Ладно. Как скажете. Раз одна нога здесь, другая там. А кто это такие, смотрите, ребят? Лео, мы должны предупредить Шреддера. Он ничего не знает о вторжении Кренгов. Мне не нравится мысль помогать Шреддеру. Я знаю, но если я права, то скоро Кренги захватят контроль над кланом Фуд. Что хуже? Мы знаем, что Шреддер уже работает с Кренгами вместе. Хм. Почему мы должны действительно помогать Шреддеру, да? Так, ладно, сюрикены пошли в первую очередь, ребят, у нас. Хорошо как. Так, мимо, мимо. Отлично, они промахиваются. Давай еще ты промахнись. А, нет, гаденыш. Блин, он еще и меткость мне понизил, гад. Ах ты, ниндзя. Ладно. Попаду. Попал. Так, Крис, давай добивай этого. Ну, а вы, ребятушки, же вот этим займитесь. Так, готов. И последний у нас. Падай. Так, быстренько бежим ко второй волне. Кто у нас здесь? Ага. Два ниндзя-фута и опять эти механические крысы. Ладно, ерунда, ребята, все это. Разбираем. Ага. Из чего ты вздумал? Как бы не так, сосунки. Давайте, разбивай. Так, ну. А, они же ходят сейчас. И это у него был критический удар. Насмешил меня просто-напросто. Так, давай этого добьем. Критический удар, блин, у меня. Тоже как-то я вот не пойму. Здесь критический удар даже на удар не похож. Просто как обычный. Не знаю. Так, ладно, добиваем. Оп. И последним крысеныша. Давай, Крис. Крис на крысеныша. Нормуль звучит. Все, добили. И третья волна. Кто нас там будет поджидать? Вот, какой-то хмырь непонятный. Кто это вообще такой? Полумеханический, полухрен знает кто. Вообще, мутант, короче, какой-то. Но, тем не менее, у него 14 уровень. Все равно салага. Так. О, крысеныша с удара завалили. Ёлки-палки. Ну и охрана у него, ребят, да, смотрите. Просто падает, рассыпается. Он у нас остался практически один. Сейчас мы вот этого вот говнюка добьем. Красного. Так, давай, раздави его. Все, отличненько. Ну, и теперь беремся вот за этого хмыря. Подхил. Обязательно, ребят, подхилимся. Так, Крис, бомби. Ну что, в принципе, наверное, мы сейчас его и добьем. Ну-ка. Ай, нет. Хотя, да, ребята, постепенный урон его убил. Чистая победа, опять же, за нами. И остался, по-моему, у нас еще... А, нет, два эпизода, ребята. Так. Вот он, эпизод 9 и эпизод 10. Забираем это все, естественно. Карточку нам дают. О, поздравляю нас, у нас 17 уровень. Дали нам колоду. И что тут нам выпадет? Я вижу карточку сзади, ребята. Мутагеноид? Хм. Хотелось бы глянуть. Так, и нам дали карточку Рафаэля. Здорово просто. Здесь больше пока ничего не вижу, ребятушки. Так. Да, абсолютно ничего нету. Мутагенная машина молчит еще пока. Ничего не накопила. Ну, естественно, свеженького нам тоже ничего не дано пока открыть. Так, продолжаем давать сюжетку. Так, у нас какая там? Глава-то я уже забыл, блин. Да нет, какая, блин, вторая? Не вторая же, конечно же. У нас... Глава третья, да, третья глава. Восьмой эпизод пройден, вот остался девятый и десятый. Так что поехали, ребята. Мастер Шреддер, девчонка вернулась, но не одна, с ней одна из черепах. Значит, она приняла решение.
Что мне с ними сделать, мастер? Прикончить! Ух ты, как злобно-то, а! Прикончить. Это он, ребята, про карай. Говорил. Так, ладно. А карай его еще тут защищает, блин. Ну что же. Ладно, эти сковородники сейчас свое получат, поверьте мне. Они тут, не знаю, такие палец, дубинка, какие-то копья. В общем, всякой хрени на себя понавешали и думают, они теперь крутые. Ну, как видим, ничего крутого нет. Давим их как сосунков. Опачки. Так, ага, опять двое со сковородками и обычные ниндзя-футы. Хорошо, разбираем их. Так, а босс, я понимаю, здесь будет какой-то тигр. Хотелось бы, ребятушки, этого тигра-то, а? Получить себе. Я, правда, не знаю, насколько он хорош. Но я всегда люблю, когда появляются новые герои. Тем более, которых я даже и не знаю, откуда они взялись. Хотелось бы посмотреть, что у них за суперудары. Так. Ага, дудки вот тебе. Ну-ка, добиваем его, ребята. И у нас последняя волна. Вот он, тигр. Ну, смотрится прикольно. Здоровенький такой. Ух, ватные ниндзя-футы, елки-палки. Блин, Карен, ты меня что-то расстраиваешь в последнее время. У тебя удар такой слабенький. Ты бьешь и не можешь добить сразу же, с первого удара. Фигня какая-то получается. Может быть, конечно, ее заменить, но вот на кого? Пока не на кого. Она единственный персонаж, который у меня может сразу атаковать всех сюрикенами. Оу-оу-оу-оу. Тихо, брать. О. Блин, хочу вот этого тигра. Блин, у него тоже массовый удар, ребята. Вы только что это видели, он стреляет. Так, пора завязывать. Посмотрите, у меня сейчас нейтрализатор может погибнуть. И тогда мы этот уровень не пройдем на 3 звезды. А я хочу, чтобы у меня везде было 3 звездочки. Так, ты достал. Ну-ка, давай. Раз удар. Так, Лео. Второй удар. Крис, сделай хорошо. Блин. Так, давайте вот так вот сделаем. Добьем, нет? Нифига. Ну, Топтун, раздавишь? Да, все, ребят, шикарно. Ух, а я уж думал, сейчас погибнем. Нет, обошлось все, слава богу. Ну, а мы с вами продвигаемся дальше. У нас последний эпизод. И у нас будет здесь Шреддер, я так понимаю. Вот он. Ух ты, он 15 уровня. Угу. Слушайте, мы должны затащить эту карточку, ребята, в принципе, без проблем. Ну, возможно, кого-нибудь одного он прибьет. Хотя не должен. Так, давайте сюрикены. Ага, вот оно как. Ну, эти ребята, смотрю, покрепче уже, покрепче. Да что ты со сковородками тут прыгаешь, олух? Блин. Макман, как так-то? Блин, подхил. Я думаю, не стоит пока делать, ребята, потому что они все равно будут нас еще потихоньку бомбить. Подхилимся чуть-чуть попозже, если оно вообще этого будет стоить. Так, давай-ка вот так расстреливать. Готов. И последний сковородник. Ай, какая же ты слабая, кара, ё-моё. Что у тебя за... Ты, по идее, самурайка, у тебя дамаг должен быть, ё-моё, мечами-то. Ага. Опять два сковородника, уже красные. 13 уровня они. Давайте давить. Ну, ровно половинку отнимает. Ладно, расстреляем сейчас мы этого говнюка. И здесь у нас две мыши. Механические. Что ты там делаешь? Что ты вытворяешь? Так, ребята, вот он, обещанный нам подхил. И добиваем этих крысенышек. Так, дави. Ах ты. Даже Мэкман не смог раздавить, а? Ну, нейтрализатор, естественно, нейтрализует всех. Ё-моё, неужели Шреддер там сидит? Да, вы посмотрите, что у него с лицом-то, ёлки-палки. А, ну да, он же покоцанный у нас. Не зря же он маску носит. Так. Серьезно так встал, ребят, смотрите-ка. Ну что, давайте проучивать его. Ух! Понятно все, ребят. Шансов, я думаю, у него нету. Смотрите, я его разбираю даже. Что такое? Опа-на. Ох ты, ничего себе, ты подхил себе делаешь. А ну-ка, в
выкуси-ка отрыжки. Так, так, так. Ага. Ну, это терпимо, ребята. Это терпимо все было. Давай, Лео. Шикарненько. Так, Крис. Я надеюсь, ты не будешь подхиливаться там каждый раз. Ну, давай, нейтрализатор. Есть. Оп-оп-оп. А что это с ним так? Что это так задергался? Это неестественно как-то, а, ребят? Главное, что победа чистая и безупречная. Я не понимаю, он машина? Тогда понятно, почему Шреддер так странно себя вел. Его сделали Кренги. Нет, не может быть, Кренги бы на такое не пошли. А мне кажется, пошли бы, елки-палки. И мы получаем с вами достижение новое. Одна нога там, другая здесь. Собираем все. Глава пройдена, ребят, у нас здесь. И получаем колоду эпическую. Так, кто нам там достает? Оу, неплохо. Опа, Зэк. Открыт сложный режим, да, ребята? И открыта новая глава у нас. Четвертая. Хо-хоу. Так, да, ребят, смотрите, теперь нам доступен сложный режим. Как вы думаете, стоит мне его проходить или нет? Пишите мне в комментариях. Так, ну а мы с вами... Так, нужно заработать... Нет, это нам не нужно ничего зарабатывать здесь. Дайте-ка мне задание, достижение. Забираем. Блин, сколько нужно карточек, чтобы открыть Шреддера, а? Надо будет потом глянуть как-нибудь на досуге, да, ребят? Так, и... Вот, у нас новый чувак, Зэк. Причем он выпал нам из легендарной колоды. Слушайте, он мне напоминает чем-то Майкла Джексона. Он всегда так, знаете, танцует. Так, ладно, давайте его прокачаем. Прокачиваем, прокачиваем, насколько у нас хватит всего. Блин, вот, ребят, я, самое интересное, да, я его прокачиваю, я даже не знаю, что он умеет делать. Как он себя ведет в бою, если что, пишите мне в комментариях. Очень будет приятно почитать, и стоит ли его брать с собой в команду. Вот я бы, наверное, на карай бы его поменял, если он такой хороший, конечно. Так, ну, вроде бы как и все, да? Больше нам здесь делать нечего. Мутаген все на исходе, ребята. Никого я больше не смогу прапать. Так что будем, наверное, с вами заканчивать эту серию. И обязательно увидимся уже в следующей. Так ведь, ребята? Я думаю, что да. Хотя мы могли бы с вами приступить к новой главе. Но зачем именно сейчас это делать, когда мы можем уже в следующей начать? Как говорится, с чистого листа. Да? У нас четвертая глава. Опять же, уровень сложности нормальный. Пока мы не пройдем, мы не получим с вами сложный. Вот тебе и закорючка, ребята. Ну, ничего не поделаешь. Игра есть игра, придется проходить. Ну что же, давайте, ребятушки, всем пока. До скорых новых видосиков. Увидимся.